Так и не повстречав культуру на улицах Калькутты, я направляюсь в город Пури, к Бенгальскому заливу и Индийскому океану. Сейчас я нахожусь на железнодорожном вокзале, где сяду в поезд и отправлюсь в путь. До встречи на пляже Индийского океана! Добрался я до Пури, однако курортное городишко встретил меня проливным дождем. Кстати, поезд в этот раз оказался очень холодным. В прошлый раз, когда я добирался на поезде до Калькутты, мне показалось, что именно тот поезд был самым холодным в Индии. Однако я очень ошибался. И сегодня был просто холодильник. После прибытия на любую железнодорожную станцию приходится выполнять один и тот же ритуал, а именно поиск офиса для бронирования билетов и покупка онного до следующего населенного пункта. Сейчас я уже приобрел билет из Пури до Ченнаи, однако на завтра купить его не удалось, и поеду я только послезавтра. А вообще, билет лучше покупать за 3 дня до поездки. Покинув железнодорожный вокзал города Пури, я направился на поиски гостевого дома, который я забронировал на Booking.com. 2 часа поисков под проливным дождем не принесли никаких результатов. Я как волчок крутился вокруг GPS-точки на карте, заглядывал в каждый переулок, но так и не смог найти нужный мне дом. Общение с местными также не принесло никаких результатов. Демонстрация им карты вводила их в ступор, и у меня сложилось впечатление, что они слабо представляют, где находятся сами, а уж не то, что где находится мой гостевой дом. В результате мне пришлось заселиться в более-менее недорогой отель, который находился рядом. И вот что он из себя представляет. А на секундочку, это первая линия курортного города на берегу Индийского океана. На стенах ужасные пятна, о происхождении которых мне даже не хочется и думать. Ну и антураж всего номера повергает в шок. Даже ящерица, которая заползла сюда с улицы и, увидев внутреннюю обстановку, не смогла ее вынести и сдохла. Но люди морально устойчивее ящериц. И, надеюсь, я выживу. Доброе утро. Наконец-то в Пури вышло солнышко, хотя небо по-прежнему затянуто серыми тучами. И, пользуясь хорошей погодой, я спешу отправиться на осмотр величественного храма
Джахампутри, посвященного Богу Вселенной и воплощению Вишны. Его изображение можно видеть сейчас на заднем плане в моем отеле. Это черный, как смола, бог с большими белыми глазами. По всей видимости, местный политический деятель, указывающий темным жителям путь в светлое будущее. Прикольное граффити на заборах Пури. Forest Rest House in Puri. По всей видимости, это когда-то бывший ресторан, но судя по запустению, которое царит вокруг, он давно не работает. Смотрите, какую интересную табличку увидел на заборе здания. Resident of Collectors. Видимо, здесь тоже ребята бойко работают по выбиванию долгов из местного населения. Только не знаю, что из бедных индусов можно выбить, кроме дерьма. Пожалуй, первым, чем отличается Пури от других городов Индии, это росписями на заборах, которые выглядят весьма прикольно, колоритно и красочно. Ну вот он, величественный храм Вишну или храм Бога Вселенной. Грандиозный, но, к сожалению, в него не пускают людей других вероисповеданий, кроме индуизма.
главного храма я отправился на городской пляж. И вот он по всей своей красе. Доброе утро, страна. А точнее уже, наверное, день. Нифига не выспался, потому что в моей гостинице в Пуре расчетный час в 8 часов утра. Все через одно место у этих индусов. Ну а сейчас я нахожусь на станции Курдарод, куда я прибыл локальным поездом, чтобы уже отсюда отправиться вдоль Бенгальского залива по побережью, дальше на юг Индии, город Ченнаи. Уже под вечер я добрался до крупного города Ченнаи, который находится на побережье океана. Поезд шел почти без малого сутки, и сейчас мне предстоит стандартная процедура по поиску офиса для резервации билета, покупка его до следующего города и пешая прогулка до хостела. Центр я все-таки нашел, но есть два нюанса. Первый. Все мои планы, как, впрочем, и все и всегда в Индии, пошли по бороде. Поезда до Гоа отменены в связи с проливными дождями. И пришлось взять билет до Мумбаи. И нюанс номер два. При оформлении билета с меня попросили ксерокопию паспорта, которой, конечно же, у меня с собой не оказалось. И пришлось бегать по близлежащим с вокзалом улицам и искать киоск с ксерокопией. Потому что в офисе, где продают билеты, принтеров и копиров, сканеров нет. Богом забытая страна. Скорее бы отсюда убраться. Ну, в итоге еду в Мумбаи и уже оттуда автобусами буду пробовать добираться до Гоа. Ничего не поделаешь. Доброе утро! Я в Ченнаи, в южном городе, на побережье. Вчера, когда я подошел к своему хостелу, был приятно удивлен его фасадом. Однако, обольщаться не стоит. Внутри все оказалось таким же днищем, как и обычно. Ну а сейчас я отправляюсь на поиски безопасной бритвы, чтобы наконец-то уж побриться.
И мне показалось, что именно в Ченнаи это будет сделать как нельзя лучше. Кроме покупки безопасной бритвы, в Ченнаи я запланировал посещение трех достопримечательностей. Это старого форта, городского пляжа и индуистского храма. И начал я с цитадели, которая, к сожалению, оказалась не туристическим объектом, а действующей военной базой. И посмотреть его, к сожалению, мне не удалось. Поэтому я направляюсь на городской пляж. Мост через речку Кавун, которая сама по себе, разумеется, грязная и очень вонючая. И несет она свои фекальные воды в Бенгальский залив Индийского океана, который виднеется вот за той тоненькой полоской песчаного пляжа. Весьма доступная агитация безопасности дорожного движения. Одевай каску на свой арбуз, если не хочешь, чтобы он был проломлен. И это правильно. Первые метры пляжа поражают своими жуткими аттракционами. Добрался я до пляжа, а на пляже 100-500 миллионов индусов. Если верить данным из интернета, по протяженности этот пляж составляет 16 километров, что делает его одним из самых длинных в мире.
Ну что ж, знакомство с пляжем города Чинаи состоялось. И поскольку у меня в планах купаться не было, я отправляюсь дальше на осмотр индуистского храма. На аллее, ведущей от главной дороги к пляжу, находятся рыбные лавки, где готовят и угощают всех желающих своей продукцией. Однако пробовать ее я не решусь, поскольку даже по запаху понятно, что рыба здесь, мягко говоря, не очень хорошего качества. Ну и выглядит соответствующе. Поэтому оставим ее как деликатес для самих индусов. И снова трущобы. Да, корова? Да. Жуть какая. А запах не передать. Вовнутрь храма я попасть не смог, так как на шортах туда не пускают. Поснимал снаружи только. Под вечер я добрался до главного индуистского храма в Чинаи, Капалашвари, посвященный богу Шиве. Сейчас храм закрыт и откроется через пару часов. Однако ждать его открытия мне не имеет смысла, так как я одет в шорты, а в таком виде в храм не пускают. Окружающая застройка храма, к сожалению, не позволяет увидеть все его красоты. Все-таки попал, причем в шортах, но расплатой этому явилось отсутствие волос на голове и бороды. По всей видимости, чудесным образом меня решили обратить в индуистскую веру. Но я не поддался и вернулся на берег океана, чтобы смыть с себя посягательство другой веры и остаться христианином. Ну что ж, омовение совершено. Обращение в иную веру остановлено. Можно идти в хостел.
берегу располагается рыбный рынок, где можно приобрести любую рыбу, начиная от мелочевки и заканчивая акулами. А вот здесь вот лежат огромные королевские креветки. Вот и крабики, и довольно большие. How much this one? How much? 20? 200. 200, yeah? 200 рупий стоит вот такой вот. 200 рупий стоит вот такой вот краб. Но только мне его все равно варить негде.